Заставка, честно сказать, полная ерунда. Да, надо бы сейчас переделать. Всем привет! Сегодня мы будем перекрашивать отряд пехоты Astra Militarium старого формата, купленных еще лет 10 назад. Для начала счищаем старую краску. Подойдет для этого все. Старая зубная щетка, струя воды под напором вместе с губкой или старая добрая тормозуха. Далее грунтую автомобильной шпаклевкой и крашу. Броня по стандарту зеленая, форма охровая, оружие металлическое. Ну, потом использую проливку и на место лица капаю разведенной коричневой краской. Так проще. Хоть при этом, конечно, получается не особо аккуратно, но мне лень. Так, ну, затем крашу базу миниатюры. И все. На этом, так сказать, отряд старорежимной пехоты готов. Всем желаю приятного просмотра. Thank you.